Олег, давайте начнем с того, что вы расскажете о своей компании, о группе компаний, да, что вы здесь делаете, какое оборудование у вас стоит, по какой технологии работает, что печатаете. Да, добрый день, я рад, что вы там до нас доехали и обратили внимание на такую нехарактерную для российского рынка модель производства, как открытый контрактный бизнес по оказанию промышленных услуг, по оказанию 3D-печати. Если можно, я бы чуть раньше начал вообще, как развивалась компания, как она создавалась. Давайте. Мы сейчас находимся на территории Техноспарка. Техноспарк – это первая в России венчуростроительная компания. Основная задача Техноспарка – это создавать и строить технологические бизнесы. Сейчас в портфеле Техноспарка около 100 технологических стартапов и порядка 25 открытых контрактных бизнесов, которые работают по контрактной модели. Они здесь на территории Техноспарка расположены? Да, это все вот здесь одно из четырех зданий. В одном здании находится там металлообработка, рост алмазов, искусственных алмазов, технологический инжиниринг обычный, компания Enru, которая занимается домашними накопителями энергии, в другом корпусе композиты, интегрированная фотовольтайка, 3D-печать артезов и протезов, в этом корпусе рост искусственных алмазов, оптические технологии, генетика, промышленные биотехнологии, промдизайн, контрактная разработка электроники для разных вещей. И здесь же находится компания TenMedPrint, это компания по контрактному производству эндопротезов и имплантов на базе аддитивных технологий. Это как раз одно из компаний, подразделение ваше. Вы генеральный директор, возглавляете именно аддитивное производство. Да? Что в него входит? Это не подразделение, это именно... У нас все компании существуют отдельно, это все отдельные бизнесы, которые должны быть операционно окупаемы, прибыльны, и в последующем, как стартапы, могут быть проданы или привлечен какой-то стратег для масштабного расширения бизнеса. Я в Техноспарке возглавляю группу аддитивных бизнесов, фактически занимаюсь рядом технологических стартапов по применениям. Так. Это как компания Здравпринт, которая занимается разработкой артезов и печатью их на рынок. Сейчас уже там порядка 20-30, ну от 20 до 50, в зависимости от месяца пациентов, которые используют наши печатные артезы, которые индивидуальным образом под них изготавливаются. И мы видим большой спрос на рынке именно под индивидуальные изделия, при этом изготавливаем по адекватным ценам в адекватные сроки. Еще несколько там стартапов, связанных там с печатью комплектующих для титановых рам, например. Один из таких нами интересных стартапов. Мы планируем с ним выйти на рынок в первом квартале 2019 года. И здесь вот эта комбинация отдельных технологий по аддитивному инжинирингу и аддитивному производству позволяет нам сделать очень конкурентоспособный продукт. Две, скажем так, основные компании, которые сейчас здесь сосредоточены, это компания CMLAT, это контрактный технологический инжиниринг в области аддитивных технологий. И вторая компания, на территории которой мы находимся, вот, оборудование, которое и роллап, который мы можем видеть, это компания TenMedPrint, это открытое контрактное производство эндопротезов имплантов. Что такое CMLAT? Когда мы 2 года назад решали, что будем инвестировать в область аддитивных технологий, мы поняли, что бессмысленно покупать машину. Так. Самый неправильный путь, чтобы разобраться в аддитивных технологиях, это купить 3D-принтер. Но это дорого, и в рынке ты не разберешься, потому что как только ты покупаешь одну машину, ты себе возможность применения сокращаешь многократно. Ты должен ориентироваться на определенный рынок. И более того, невозможно вернуть инвестиции в покупку машины. Как вы пошли? Ну, то есть понятно, что это зависимость от одной технологии, ну или от одной технологии печати. Не патентированного способа. Просто способ. Ты там, если ты покупаешь, например, SLM-машину, ты вынужден печатать только таким способом. Послойная печать, определенным набором материалов, со всеми возможностями ограничений. Хорошо. Мы решили пойти с другой стороны. Мы решили пойти со стороны инжиниринга. И совместно с нашим партнером, с инвестором в эту компанию, группу компании «Лаборатория вычислительной механики» из возглавляемой Боровковым, из группы компаний ЛВМ Боровкова, мы создали компанию CMLAT, которая занимается контрактным инжинирингом. Что мы вкладываем в контрактный инжиниринг? Мы должны лучше всех знать, где и в каких случаях, как использовать аддитивные технологии. Причем весь спектр, начиная от блиндерджетинг, фактически печать оснастки из песчано-полимерных смол, и заканчивая непосредственным производством из там алюминия, титана, готовых изделий, используя пластиковые изделия, профессиональные FDM-печать, непрофессиональные FDM-печать, SLA, весь комплекс технологий. В этом плане у нас там сейчас сосредоточена между Москвой и Питером группа конструкторов и технологов, причем технологов даже больше, которые исполняют заказы с рынка, в том числе от крупных компаний. Как, например, перепроектировать и оптимизировать изделие для снижения стоимости его производства. Потому что в ряде вещей бессмысленно, например, прямо печатать. Все говорят, а давайте мы напечатаем.
Но мы говорим, напечатать можно, но для вас это будет стоить инжиниринг 10 миллионов. Чтобы это печатать, вам надо будет купить машину, которых в мире есть две. Так. Скорее всего, результат вы не получите. Угу. А если получите, вы эту машину никогда себе не окупите, потому что вы будете печатать три изделия, имущество с ее настройкой. Поэтому мы предлагаем использовать гидридный способ, печать, например, оснасток, оптимизация конструкции. И производство традиционным способом. Да, и вы их потом отливаете просто по напечатанным оснасткам, например, там, для выжигаемых моделей, для выплавляемых моделей. В ряде случаев мы говорим, нет, вам нужно полностью перепроектировать изделие, причем считая все окружение. Не только один конкретный какой-то там кронштейн, какое-то изделие, а использовать все окружение, изменить всю конструкцию, получить совершенно новое изделие, и его начинать производить, например, там, прямой печатью из металла. И мы, собственно, этим занимаемся. Важный вопрос – это постобработка, о котором все забывают. Потому что, конечно же, из принтера на 90% выходит готовое изделие, но если вы занимаетесь хай-теком, вам всегда вопросы геометрии, параметров, допусков, они всегда важны. Вы все равно вынуждены использовать CNC-обработку. CNC – это обработка ЧПУ. Точная, очень часто точная или там высокопрецизионная металлообработка, что в ряде случаев при неудачно спроектированном изделии все преимущества 3D-печати для вас снимаются. Вы напечатали там за X денег, а у вас металлообработка стоит 5X денег. Понятно. И у вас изделие начинает стоить совершенно космическим образом, что вообще никак не применимо. Ну и мы постепенно шли, нарабатывая эти кейсы, совершенно по разным рынкам прошлись. Медицинские применения, космос, авиация, от которых отказались, потому что очень ограничены рынки, и они сильно подчинены, скажем так, геополитической конъюнктуре. Например, компании из России практически невозможно работать с иностранными компаниями в области медицинских технологий для авиации. Потому что всегда во всех странах рынки гражданской военной авиации закрыты, сильно переплетены. Да. Ну, они не закрыты, они переплетены, и всегда возникают вопросы. Да, это вопросы политических, не рисков даже, а интересов конкретных стран. Да, это просто это... кто-то там системно у себя развивает эти компетенции. Да. То есть, например, ты с GE Additive можешь работать? Потому что они делают двигатели, но они говорят, ну для нас это ключевой бизнес, мы вот здесь вот готовы пускать каких-то партнеров, а здесь нет, ну потому что это наши ключевые компетенции. Понятно. И дальше мы пошли во все гражданские применения. Велосипеды, железные дороги, железнодорожная техника, автомобили строения и там, как ни странно, например, черная металлургия. Ремонт изделий для черной металлургии. Черная металлургия. Ну, наверное, это сам процесс домный. Не-не-не, все обслуживание. Ремонт, обслуживание, запчасти. Оптимизация различных наконечников, насадок, форсунок. Рынок очень большой. Вот вы сказали, что занимаетесь технологическим аудитом. Если представить такого, ну, идеальную ситуацию, к вам приходит заказчик с каким-то большим объемом изделий и вообще номенклатуры, которую он использует, да, не только там производит изделия, но и которые использует для производства, и говорит, ну, сделайте мне технологический аудит, чтобы определить, какие детали подходят для какой технологии, как вы это делаете, ну, какие формальные критерии используете там, ну, условно говоря, да, ну, верхний уровень, не вдаваясь там в подробности. Ну, это фактически наше некое там коммерческое ноу-хау, вопрос критериев, но мы для себя разработали некую, ну, условно говоря, матрицу сценариев использования различных технологий. И мы через такое, скажем так, крупное сито пропускаем все изделия, но сначала это некая экспертная оценка, то есть когда у тебя технологи смотрят там на там тысячную деталь, они уже там на взгляд начинают смотреть вот это здесь, и очень часто мы просто потом, как бы обратным числом для будущего, для того, чтобы будущему упростить, формализуем эти критерии. Очень часто работа происходит, нам просто мы формируем некие требования, нам высылают большой объем изделий, там 100, 200, 300. Мы их пропускаем через наш сито, это размеры, материалы, допуски, требования, сценарии использования, температуры, возможность материалов, возможность замены материала. Так, ответственное, неответственное. Ответственное, неответственное, но неответственных деталей не бывает. Вот опыт наш показывает. Но вопрос степени ответственности. Одно дело печатать оснастки, другое дело печатать как бы изделия, которые там, например... Да, но если вы, например, производите оснастку для станков ЧПУ-обработки, там нужна точность, измеряемая в микронах с высокой жесткостью. Это да. Но и если у тебя неправильная оснастка, у тебя испорченная деталь. Но другое дело, когда от этой детали зависит, там, например, турбина, которая вращает там скорость 3000 оборотов там, в минуту, ну, минуту, да, наверное, все-таки. Десятки тысяч оборотов. Десятки тысяч оборотов. Да, минуту, безусловно. Да. Но это очень узкий рынок, это очень большой сейчас, как бы, там очень много неокра, именно связанного с технологиями печати. Там очень много вопросов, и там часть решены, и там GE тот же запустил уже серийное производство лопаток с помощью печати, но на электронно-лучевых технологиях. Но в этом, как бы, если брать такой критерий, там, турбины и все остальное, то мы в
такой уровень ответственности пока не идем, но и никто обычно не готов пускать. А заказчики-то? Заказчики еще не готовы именно на ответственные детали? Готовы, но мы их знаем, они работают, там российские компании «Сатурн», «Авиадвигатель». Ну, в общем, все, что у нас еще работает или для... Они этим активно занимаются, но просто это очень маленькие рынки. Ну вот смотрите, просто пример, ну сколько в России производится автоавиационных двигателей? Ну, там 50. В год, ну, наверное. 50. Да. А рам для титановых велосипедов производится в России в год 1000. Каждая рама стоит 1500 евро. Ну, вы печатаете прямо раму? Ну, комплектующие. Зачем? А? Рамы не надо печатать. Ну, то есть вы оптимизировали раму? Мы оптимизировали конструкцию рамы так, чтобы можно было печатать для нее комплектующие. Использовать стандартные трубки, которые дальше свариваются. Там один отдельный вопрос свариваемости напечатанных и напечатанных изделий. И, собственно, дальше мы их просто начинаем сейчас производить. Это, про это отдельный стартап. Ну и таких отраслей много. Например, рынок ремонта там, для железных дорог. Пластиковые изделия, металлические изделия. Там огромные рынки. Это, например, пластиковые комплектующие для всякой электрики, электроразъемов и так далее. Очень много, например, изделий было сделано там, в 80-е годы. Сейчас, когда нужно тебе заменить их... Ну, технической документации, во-первых, нет, потому что она была в бумажном виде. Ну, ее нет, очень часто не производит. Как бы, завод, например, был на Украине. Ну, понятно. И, как бы, и там уже потеряно давно все. Даже если она была, она потеряна. Или, например, та документация сейчас неприменима, потому что использовался материал, который сейчас не выпускается. Ну, там есть несколько там, забавных примеров, что сейчас делается изделие, материал под которого осталось 5 тонн всего, и его больше не выпускают. Когда эти 5 тонн кончатся, придется перепроектировать. Конструктора про это помнят, технологи про это помнят, но... Ну, вот и все. Ну, вот и многие, например, пластики, которые использовались тогда, сейчас там возят из рубежа, они другие немножко, плохим составом. И ты не можешь повторить по старой документации изделия. Ну, надо перепроектировать заново. Тебе надо перепроектировать и адаптировать под материал. Поэтому для нас очень часто важен сценарий использования. С точки зрения инженерии, сценарий использования, температурные режимы, нагрузочные режимы. Это позволяет подобрать другой материал. И для ремонтных изделий это очень большие вещи, а их очень много. Всякие там наконечники для там, электроразъемов, всякие там крепежи, выжементы, там, насадки. Их бесконечное множество, и проблема рынка очень простая. Либо ты покупаешь себе их там 1000 по цене, там 2 рубля за штучку, и дальше где-то хранишь. Либо ты себе печатаешь там 3, которые тебе надо, да, там по 100 рублей. Но, во-первых, они у тебя есть через неделю, или там через 3 дня, вот у нас там рекорд 3 дня. Либо ты ждешь поставки там 10 тысяч штук, там через 3 месяца. А дальше 10 тысяч штук тебе нужно 3. Ну и как бы вот, понятно, а зачем да. тебе еще 9997? Вот зачем тебе не нужно? Ну это всегда баланс между как бы стоимостью детали, массовостью и вообще аддитивная технология – это про вопрос баланса замораживания оборотного капитала очень часто. Когда компания начинает аккуратно считать оборотный капитал, она понимает, что ей дешевле сейчас в моменте напечатать дороже или там произвести с помощью технологии дороже, чем купить и держать на складе, потому что она купила и заморозила. Вроде бы, может, она там немного, но когда по совокупности склады начинают считать, оказывается, что там морозится там, 1 000 000 рублей. И вроде и на этом фоне напечатать одну деталь, ну, то есть, как бы, ты же купил, у тебя склад, его надо регулярно ревизовать, инвентаризовывать, держать человека, учитывать. Они теряются очень часто. Это очень смешные изделия. Они говорят, у нас по документам 5, физически 3. И вот где еще 2? Не обязательно кто-то украл, просто их надо найти. Могли переложить на соседнюю полку, и как бы их нету, и вот все. А когда начинают говорить, что производить дорого, потом говорят, ну мы же произвели, потребили, у нас осталась цифровая модель, у нас осталось требование к производству, так. и мы храним это все в электронном виде. В любой нужный момент, когда нам надо, мы там понимаем, что там 3 дня тебе печатать. И все это там печатаешь, производишь, ставишь себе как ремонтное изделие. Это вот то, на что как бы рынок сейчас развивается. Вот. Очень интересно, хорошо, что вы затронули тему как бы вот частного рынка, да, потому что сейчас, ну, экономика государствовлена, потому что 70% рынка так или иначе связано с государством, это тяжелая промышленность, это там нефтянка, производство авиалайнеров, да, двигатели строения, там Ростех занимается машиностроением, да. Хорошо, что вы смотрите вот на ту оставшуюся часть рынка, который является остатком гражданского сектора. И видите там перспективы роста. Помимо того, что вы уже отметили, там, металлургия, да, медицинская сфера, стоматология и так далее. Что еще? Какие рынки перспективны? Вот сейчас уже реально растут. Давайте я вам чуть-чуть по-другому отвечу. Российский рынок аддитивных технологий, напомню, просто отсутствует. Ну, просто нету. Но он еще слишком маленький, чтобы его замещать. Ну, его нет как рынка. На нем не действуют рыночные законы. То есть это сейчас в основном не окры,
давайте попробуем здесь, давайте попробуем там. А реально существует маленький кусочек рынка, и это стоматология. Так. Мы просто не знаем. То есть я знаю, но, к сожалению, не могу рассказывать. Угу. Какой объем изделий напечатанных сейчас какой объем изделий сейчас производится напечатанным способом? То есть, ну просто для примера, стоит 14 машин, которые заняты 24 часа. Угу. 24 на 7. Угу. И это очень большое, но просто он все равно ограничен. Но при этом, как бы, и в мире это рынок аддитивных технологий крайне малый. Ну, потому что весь рынок 8 миллиардов долларов во всем мире, несмотря на весь хайп. И я-то как раз считаю, что российский рынок – это отражение, в том числе, иностранного, потому что все компании смотрят на аддитивные технологии, как на авиацию, космос и что-то энергетическое машиностроение. Машиностроение, наверное. Ну и в мире так. Либо медицина. Угу. И эти рынки, ну, как бы, российские идут таким же темпом. Ну, как бы, медицина. Ну, просто разница не качественная, а количественная. Она количественная, да. Ну, российская экономика, 1.5% мирового ВВП. Да. Вот российский рынок. Аддитивный, но он такой же 1.5% от мирового рынка аддитивных технологий. А качественной разницы никакой нет. Принципиально никакой. В мире такие же проблемы по применению. А вот говоря о качественной стороне, о заказчиках, да, они, приходя к вам, понимают возможности 3D-печати вообще? Или у них до сих пор еще понимание, что можно нажать кнопку и напечатать все, что угодно? Нет ограничений по технологиям, там, по типам изделий, которые можно напечатать? Ну, конечно, за последние 4-5 лет от уровня, что напечатать можно все. Угу. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Если раньше было, напечатать все, 3D-принтинг, мы можем все сделать, сейчас, в моем понимании, откат произошел в сторону, ну, что-то непонятное. Дорого, ограничений много, как это применять, непонятно. Угу. Но для меня это плюс, что рынок сейчас войдет в нормальное состояние, поскольку произойдет его разделение там. Кто занимается инжинирингом, те, кто занимается производством, те, кто занимается применением. Угу. И в какой-то момент это реструктуризируется. То есть, если посмотреть на структуру мирового рынка, она также происходит. То есть сначала это было все внутри компании. А, так. Угу. А до этого было внутри университета. Угу. Если посмотреть интересную статистику, например, компания Arkam, у них, по-моему, только в 2015 году количество машин, проданных в промышленность, превысило количество машин, проданных в вузы. Только в 2015 году. Да, да, да. А да, потом да. Их сразу купил GE, ну, через года полтора. Ну, там, через полтора года, да. Ну, то есть да. Это был понятный трек, потому угу. что, если посмотреть, по-моему, Concept Laser, ситуация чуть раньше, там, может, 2012 год. Количество машин, купленных в науку, стало меньше, чем количество машин, купленных в промышленность. Но это о чем говорит? О том, что до рынка-то еще нету. Угу. То есть он только сейчас начинает как-то вырастать. Потому что он начинает появляться как рынок, где есть, понятно. Ну, и при этом для рынка характерны другие формы. Вот там, мы как раз пытаемся сразу создавать правильные формы, угу. потому что, ну, как я говорил, невозможно купить машину внутри собственного производства. Ты никогда не посчитаешь косты. Как бы в рамках большого завода $1 миллион на машину, там, инфраструктуру, там, полтора, все вместе, ну, у тебя объем инвестиций в капекс каждый год, ну, там, $100 миллионов. Ну, как бы плюс-минус полтора. Ну, это чувствительно, но... Ну, это не настолько да. чувствительно. Mm-hmm. Просто для примера, смотрите, GE Additive, выручка $750 миллионов. Так, выручка. Выручка mm-hmm. GE. Это одна из крупнейших сейчас в мире компаний. Крупнее только EOS, у которого там 900, что ли, миллионов. Mm-hmm. Но при этом выручка GE 118 миллиардов долларов. Да. Mm-hmm. То есть, как бы, GE Additive – это отдел аддитивного производства в компании, которая занимается производством двигателей. Mm-hmm. Мы это воспринимаем как... гигантские величины, а это очень, ну, как бы, это объемы для рынка очень маленькие. И как раз проблема в том, ну, там, российский рынок вообще не переходит в эту стадию формирования. Сейчас происходит отказ от использования, mm-hmm. кто-то mm-hmm. как-то покупает машину, чтобы там еще поразбираться. То есть вроде бы они покупаются в завод, но реально машина, давайте поразбираемся. Mm-hmm. А можем ли мы вот это напечатать, а можем ли мы вот то напечатать. При этом они внутри экономику не понимают изделия. То есть вот мы, почему же, например, создали компанию TenMetPrim? Мы понимаем, что рынок изменится только тогда, когда 3D-печать станет понятной услугой. Как например, там, ЧПУшная обработка. На рынке есть прайс. Резервирование, угу. там, токарная работа, как бы, и все считают, исходя из этого, внутри производства, контрактное производство. И мы осмысленно создавали компанию как открытое контрактное производство. У нас нет коптивного заказчика. Угу. Угу. И у нас цены примерно на 40% ниже, чем по всему рынку. При этом по устраивающейся у нас экономике. И у нас там, ну, не экспоненциально, но вот хорошая траектория, растет выручка просто потому, что гарантированные технологии, гарантированные mm-hmm. сертифицированные mm-hmm. материалы, и заказчику понятно ценообразование. В ряде случаев мы даже не знаем, кто наш клиент. То есть нам присылают модель, мы отвечаем на вопрос, печатается или не печатается. Mm-hmm. Если не печатается, говорим, перепроектировать. Понятно. Говорят, mm-hmm. сами, ну перепроектируйте. Или говорят, а скажите, кто может перепроектировать. Они там отправляют или в CMLAT,
или мы там говорим вот это вот другим людям. И дальше мы просто принимаем, говорим, печатается, вот такая-то цена, вот такие-то сроки. У нас фактически там запуски сейчас 3 раза в неделю происходят. Иногда реже, когда длительный режим запуски печати. Запуски машин. Ну, как бы запуск на печать машин. Вот сейчас вот, вот это сейчас продолжит печататься, будут запускать вот это, наверное, либо завтра, либо в понедельник. И вот они подряд, при этом для этого не нужно много людей. И в этом плане контрактное производство для нас был довольно интересный вывод. Мы сделали 2 вывода, что контрактное производство, ну, на базе 3D-принтеров чувствительно больше всего к 2 вещам, к фото, ну, к зарплатам. И это очень чувствительный фактор, потому что когда у тебя есть конструкторы, продажники, технологии, у тебя резко растет фот, а количество изделий от этого не увеличивается. И аддитивное производство не чувствительно к цене порошка. Вообще не чувствительно. То есть вам, наверное, многие говорили, что цена порошка там, видимо, совсем незначительная роль. Цена порошка в себестоимости на печатном изделии 10%. Все остальное это... То есть амортизация машины. Фот, и постобработка. Поэтому если у вас цена порошка снижается в 2 раза, на стоимости конечного изделия практически это не влияет. А постобработка сколько занимает? Ну так, если грубо. Ну, наверное, треть от времени печати. Треть от времени печати. А по стоимости вы сказали? Ну, существенно меньше. Это тоже же вопрос фото, как организовано. Вот мы сейчас отрабатываем между компанией по контрактной металлообработке и печати, специализируя оснастку для металлообработки, специальное проектирование, сразу разработка программ по постобработке. И это позволит тебе использовать станок в понятном режиме. А станок это там точнее и быстрее, чем это делается руками. Мы встречали информацию такую, что много принтеров было закуплено там предприятием УПК в жирные годы, да? Они, большая часть, ну не большая, а большая часть их простаивает по разным причинам. А в том числе и по причине непонимания, как их использовать. Ну, то же самое, технологии ответственные и люди ответственные за качество просто, ну, говорят нет, потому что они производили это изделие там последние 20 лет. Ответственное изделие, да, по такой технологии, которая полетит потом. И они просто, ну, пока живы, они не будут менять что-то, потому что они ответственны за это, и от этого зависит не только там их место рабочее, но и жизнь там и людей, да, которые будут это использовать. Обращались ли вот такие компании к вам с просьбой оптимизировать, ну, провести технологический аудит и понять, где они могут использовать, на каких производствах, ну, на каких этапах производства существующее же оборудование? Да, у нас было несколько таких запросов. Один из самых смешных для меня, когда нам прислали детальную оптимизацию в виде, ну, PDF чертежа. И я попросил, у вас 3D-модель есть? А мне сказали, ты посмотри на дату выпуска чертежа. Ну да. Дата выпуска 67-й год. Я говорю, вы ничего не поменяли? Говорит, ну работает же. Это было в 16-м году. Ну то есть сколько? 49 лет деталь не меняется. Ну, говорит, ну она же работает. И это, безусловно, проблема. То, что вы говорите, но это проблема вообще регулирования российского рынка, ну, как бы, скажем так, технологической сертификации новых технологий. Так. Проблема в том, что, например, там, в западных странах идет одновременно процесс сертификации материала, технологии и конструкторского решения. А у нас сначала материал, потом технология, потом решение. Так. И у нас в этом плане в 3 раза увеличиваются сроки. И, к сожалению, те темпы развития документов, ну, нормативная база, ну, мостов, она очень низкая. Да. То есть вот есть ТК-182, созданный совместно ВИАМом и Росатомом. Они сделали 10 мостов. У них 3 приличных, но они их перевели с СТМ. А все остальные 7, я бы сказал, не очень соответствуют тому уровню развития технологий, который сейчас есть, и той проблематике, которая есть в отрасли. Но это мягко скажем, да, не очень соответствует. Мы же записываем, поэтому откровенно они ни о чем вообще. Но они же собираются еще их наклепать. И... Знаете, как шел процесс разработки ГОСТов? Они собрались, сказали, мы разрабатываем ГОСТы. Мы там вошли в этот технический комитет. Ну и спросили, а можно проекты посмотреть? Они говорят, смотрите на сайте. Мы говорим, так на сайте нет. Говорит, мы на сайте все выложим, когда драфт подготовим. Будут, когда подготовим. За 2 дня до официального утверждения их, они их выложили, и все, утверждены. Да. Но а было обсуждение с отраслью? Да. Ну, у нас все, кто в отрасли ВИАМ и Росатом есть, сказали они. Понятно. И вот, ну, как бы, вот это как. А при этом, там, вот в прошлом году я был на конференции Эрликона, там очень длинная была дискуссия там про цифровые дневники, про цифровую сертификацию, как учитывать процессы печати. Там технологии говорят, да ни в коем случае принтеры с положительной обратной связью, возможностью изменения режимов печати во время процесса печати. Потому что так-то не очень понятно. Ну и глубина вопросов, которые они ставят перед сертификацией,
том числе испытаний, что испытывать, как испытывать. И даже, она просто несоизмерима. Угу. И в этом плане, конечно, тормозится. В этом плане, почему вот мы для себя рынки там, авиации, космоса просто отложили? А вот для коммерческого рынка ГОСТы не так чувствительно, да? Вот соответствие ГОСТам, там вот попроще. Очень часто ремонтные детали в ситуации, когда других нету, они просто используют. Ну, там дальше проводится просто определенный набор испытаний, про которые договариваются на входе. И эти испытания и эти испытания позволяют использовать изделия в нужных вещах. То есть ты печатаешь там 4 изделия, одно из них идет на испытание, их все устраивает, дальше с каждым изделием идет, там, печатается образец свидетеля, он проверяет внутреннюю структуру, режимы, качество и позволяет это использовать. Да, но в этом случае заказчик берет вот эти вопросы сертификации на себя, правильно? Но он очень часто просто не сертифицирует. Угу. Ну, как бы давайте уж по-честному скажем, в ряде случаев он просто закрывает глаза. Ну, потому что там другим способом произвести невозможно. Или, например, там, другим способом будет в 10 раз дороже. А сертификация велосипедов вообще никому не интересует. Но она же не ломается. Как только сломается, к тебе придут клиенты. Ну, понятно. И все. И поэтому, говорю, поэтому там, в принципе, в мире рынок вот этих вот авиаций, он очень закрытый. И это по объективным причинам. Очень сложно печатать лопатки. Сложно по технологическим вещам. Потому что они должны обеспечивать там ресурс, там 10 тысяч часов работы, наработки до первого ремонта. А я знаю пример из России, когда напечатали лопатки по той же технологии, они через 300 часов развалились. Хотя вроде все было соблюдено. Материалы или что? Материал правильный, режим правильный, принтер правильный, все правильно, но вот через 300 часов они развалились. Понятно. И это действительно, это технологическая проблема, которая решается очень, ну, как бы большими инвестициями. Но ее решают как бы обратным способом. Принимают решение, что используют эти технологии, и дальше начинают их использовать. А то, что вы говорите, стоит оборудование, то, что покупали, поиграться. Поигрались, применение не нашли, технологи сказали, да ну, отстаньте вы, ну у нас же так все нормально, у нас тут токарно-фрезерное ЧПУ, все прекрасно, отливаем. И зачем вы со своими, значит, новыми технологиями лезете? Просто никто еще не ставил задачу реально внедрить в бизнес. В этом плане, почему я говорю, рынка нету. То есть, просто нет бизнеса, нет рынка. Понятно, но на Западе же все-таки GE принял стратегическое решение купить двух лидирующих игроков, обеспечить их там заказами. Но, как мне кажется, это больше решение на перспективу, когда рынок там абсолютно созреет, а не на текущие, там, закрыть текущие потребности. GE же больше всех, наверное, в мире проинвестировал в аддитивные технологии компании. То есть, это больше 3 миллиардов долларов. Одна компания продает 3 миллиарда долларов. И для них это стратегический ход, но они, как правильные бизнесмены, они купили две компании и сказали, что эти две компании за следующие 10 лет должны продать 10 тысяч металлических принтеров. Потому что на тот момент в сумме эти две компании продавали в лучшем случае 150-200. То есть это кратный рост продаж. При этом они сказали, ну, скажем так, половину мы, наверное, обеспечим внутренними потребностями или потребностями партнеров GE. Все остальные надо развивать рынки. И это, ну, это такое предпринимательское действие по развитию рынка. Но это такое в хорошем смысле стратегический инвестор пришел в отрасль. Нет, это просто пришел предприниматель, который понимает, что этот рынок надо создавать. Но есть же еще Airbus, главный конкурент там GE. Не, Airbus который... не GE, GE не конкурент. Airbus конкурент Boeing. Они делают самолеты. Понятно, хорошо, Rolls-Royce. Да, Rolls-Royce покупает машину. Ну, у него, видимо, не было финансовых ресурсов купить. И он сотрудничает с EOS'ом по ремонту лопаток. Там тот же Siemens, например, активно внедряет технологии там, ремонта, печати в свое газотурбиностроение. А это близкий очень параметр. Ну, то есть просто там чуть менее ответственно, потому что стоит турбина на земле, но, правда, если она встанет, останется без электричества много кто. Ну, а здесь летает. В принципе, самолет на одном двигателе тоже долететь может. Тут вопрос последствий вставшей газовой турбины для там, энергоснабжения какого-нибудь района и вставшего двигателя. Вопрос, как это, вопрос такой спорный. Поэтому, они все просто разными путями идут. В этом плане, ну, там, EOS же никому не продался, EOS там сам выстраивает свое партнерство с Rolls-Royce, с Pratt & Whitney, там, со Snecma, там, с Siemens. Ну, это такое, просто разные пути, но это совершенно, там, предпринимательские действия. А вот помимо прямого производства самого, да, использования аддитивной технологии для производства, вот вы сказали, ремонт упомянули. Я, как я понимаю, это перспективная ниша, и она... значительный объем рынка уже занимает, как на Западе, так и в России. Ну, учитывая, что в России рынка нет, тем не менее. Ну, я бы сказал, я бы рынок ремонта разделил на две части. Первое – это восстановление деталей, но просто допечатывание. А второе – это производство ремонтных и подменных деталей. А, понятно. Ну, это запчасти фактически. Ну, производство запчастей, да. В России второй рынок как раз развивается,
А в каких отраслях? Вот вы упомянули металлургию, да, тяжелое машиностроение. Оно начинает постепенно развиваться. Как ни странно, очень многие бытовые изделия. Например, ремонт, там, условно говоря, электросамоката. Бытовые изделия. Ну, B2C рынок. Угу. А первое направление не развивается? Которое... Первое направление в мире развивается. Там, ну, вот, например, первый пример, например, есть компания Lufthansa Technik, да, которая сертифицировала первую технологию восстановления лопаток. Ну, там не лопаток, там... Это фактически крепежа лопатки к опорному кольцу и снизила стоимость там, ремонта, стоимость жизненного цикла лопатки практически в 4 раза. Что у них там ресурс 10 тысяч часов, они доплавляют, протачивают, ставят обратно, а еще 10 тысяч часов летает. Они не сертифицируют, ну они как-то... Они, конечно же, сертифицировались производителем двигателя. Они сертифицировали технологию, это было определенное бодание. Ну, потому что Lufthansa Technik бизнес по ремонту, а, конечно же, производителям новых двигателей интересно менять. Но вполне себе они это сертифицировали через несколько специальных органов, подтвердили готовность технологии, и сейчас это вполне себе с Lufthansa 4-5 принтеров стоит. Угу. Они это просто восстанавливают. Всего им хватает на восстановление. Ну, там же не все лопатки надо восстанавливать. Видимо, они это будут выделять какую-то отдельную историю, чем это можно заниматься. Поэтому тут такой вопрос очень нехарактерный. Понятно. Ну, вот на российском рынке говорят там о аддитивных технологиях для промышленности, все в основном говорят о металлах, то есть печать металлопорошками. Вы же общаетесь с крупняком? Да. Вот я как раз хотел вас спросить, пластик, печать, композитный вообще, да, может быть, керамикой, насколько вот, вот эти материалы интересны для использования в промышленности, ну, в B2B, я бы сказал так, сегменте. Как вы видите вообще их перспективы, ну, текущее сначала положение и перспективы? Давайте я начну с конца. Технологии печатью, керамикой пока промышленных не существует, только не около. Что в России, что в мире. Ну, в мире. Я вот в плане российский рынок, нет отдельного российского рынка. Окей, это часть мирового, это просто, давайте говорим о мире в целом. Есть несколько экспериментальных машин по печати керамикой, они в основном используются в науке, потому что вопросы усадки напечатанных керамических изделий. Ну, кстати, одно из первых, вот X-Jet сделал как бы машину по печати оксидом, там, циркония, оксидом алюминия. Они сейчас постепенно выводят, ищут тоже применение. Там тоже много вещей в стоматологии, например. Это как бы первый вопрос. Рынок печати пластиковых изделий, профессиональной печати, тут тоже надо делить. Вот профессиональная пластиковая печать, я так для себя говорю, и бытовая. Так, ну, мы говорим о профессиональной. Ну, я буду говорить про профессиональную, потому что бытовой рынок, он отдельными живет совершенно... Это принтеры там, стоимостью там, $1000, это в школы попробовать, поучиться, кто-то себе домой купить, это такой фан. Да. У людей фан. На маленькую этом... фигурку напечатать. Ну и для меня разница между там, профессиональным и бытовым, профессионально обеспечивает стабильное качество. То есть у тебя повторяемость изделий, там, не знаю, там, 3-4 девятки, для пластиковых она там 2-3 девятки, для металлических вот для этой машины это 5 девяток, для этой 4 девятки. То есть у тебя фактически там одно изделие из 10 или 100 тысяч не соответствует всем остальным. Причем в довольно узком доверительном интервале. Рынок пластиковой печати в России развивается крайне медленно, потому что ну, пластиковая печать – это бытовые изделия, это B2C. Да, как его подвинуть в сторону профессионального? Контрактное производство и просто показывать различные кейсы применения. Некоторые вещи мы, например, не видим. Например, некоторые автомобильные заводы используют пластиковые принтеры для печати оснастки. Ну вот, пример завода там в Калуге, у них стоит принтер, которые они купили, потому что им немцы сказали, вам надо купить принтер для печати оснастки. Ты сказали, у нас же свой цех оснастки. Они сказали, нет, вы должны купить принтер для печати оснастки. И на ней, значит, печатать оснастку. Как это, вопросы есть, вопросов нет. Ну, и им прислали новый техпроцесс с печатью оснастки. Все, вот, производство и печать оснастки. Понятно. Мы же этого не видим, у нас стоит внутри завода. Вы там, сказать, дальше все там не представляете. То есть мы же вообще не знаем, какие технологии внутри калужского завода Volkswagen. А это крупный по мировым меркам завод. Ну и второй вопрос, что развивать можно только вот наш опыт показывать, только кейсами по применению. Ну, например, там печать всяких там корпусных деталей для каких-то там приборов. Ты печатаешь показ, дальше тебе приходят. Причем приходят с уровня там технологов-конструкторов, начинают заказывать. Всякие бытовые приборы. Ты показываешь, что понимаешь, где и как. Всякие там бытовые изделия, они тебе начинают приходить заказы. Там, ну, вопрос проблемы российского рынка, пластиковая печать профессиональная, отсутствие рынка B2C изделий, производимых в России. Их крайне мало. И но... поэтому это сильно ограничивает, потому что у тебя возможности принтера в ряде случаев превышают какие-то вещи. Но при этом рынок, ну, там, из перспективных, как ни странно, это медицина. Она в этом плане чуть попроще, и это вся индивидуализация. То есть там мной, например, самый любимый
тезис, это там массовый или там серийный выпуск индивидуальных изделий. Угу. Вот аддитивное технологии. Массовая кастомизация это называется. Да. Ну, как это. И это аддитивные технологии могут обеспечить. Угу. И это то, что точно двигает рынок медицины сильно, потому что там, даже несмотря на индивидуальные эндопротезы, например, там, как это, surgical guides, хирургические направляющие, они индивидуальны. Угу. Либо ты их используешь, либо не используешь. В Японии 97% операций происходит с хирургическим направлением. В России 2%. Угу. Вот, собственно, масштаб рынка, который можно делать. Понятно. Там плюс, я говорю, ну вот, например, ремонт электросамоката, например, ремонт пластиковых изделий в автомобиле, угу. в РЖД, ну, железных дорогах, общественный транспорт. Это просто вопрос обращения со складом. Это медленно, но сейчас даже какая-то такая сложная ситуация на российском рынке заставляет людей начать считать. Угу. Ну, она же все когда-то кончится. И как только она кончится, рост пойдет взрывным образом. Ну, просто все считать привыкли, а рынок начинает резко расширяться. Я, то есть для нас в каком-то смысле это инвестиции, там, которые там, в некую перспективу, но если начать заниматься сейчас, этого никогда не получится. Угу. Ну, говоря о санкциях, если вы можете об этом рассказать, как это повлияло на российский рынок? Привело ли это к появлению российских производителей, ну, скажем так, игроков экосистемы, да, потому что мы знаем, это, во-первых, инжиниринговые центры, то, что вы, чем вы занимаетесь, это производители материалов, да, там, металлических, неметаллических, ну, производители оборудования традиционно, как бы, и научно-исследовательские центры, которые разрабатывали технологии, но пока не могут разработать там серийный принтер, да, потому что нет спроса на него, потому что все уже купили, все имеют. Тут надо разделить на несколько частей. Я могу рассказать, как на нас повлияли санкции, давайте. Как повлияло на рынок. Давайте, вот если нас, можно, например, то об обеих частях, потому что это интересно. На нас практически не повлияли. Угу. Потому что когда покупали принтеры, мы сказали, если хотите, мы вам камеру поставим. Мы можем вам отправлять модели, которые отправляют на печать. Угу. Мы в этом плане открыты. Мы сразу постулировали, что мы не занимаемся не гражданскими рынками. И там, например, для GE это вполне понятно. Но у вас. Да, у вас концепт лазеры, да, лазеры, они все проходили через Бафу. Угу. Но при этом у нас, например, есть пример, когда мы хотели купить принтер Аркам, шведы нам запретили. Шведы вообще не экспортируют в Россию. Ну, вы вообще не единственные, потому что пытались купить Аркам. Да, но мы первые были, кто гражданский, они сказали, угу. Вот у вас название компании Sigma, она совпадает с какой-то там, и у нас есть риск, что вы передадите в оборонную промышленность. Угу. И сам GE ничего не может сделать с шведским контролирующим органом. Ну, со своей дочкой, но это... Нет, дочкой-то могут. Запрещает экспорт не дочка, а шведский контролирующий орган. Шведский контролирующий орган. Они говорят, ну это же правительство, мы же не можем повлиять. Ну, как бы только завод перевести в Германию, ну, для БАФа вы понятно. Угу. И это в том числе там проблема, но это проблема не только наша. Мы-то хотели купить, а там 6 существующих на российском рынке, они не обслуживаются просто. Ну, то есть они работают, я точно знаю, что они работают, ну, возможно, не все 6, да, но часть... Я из 6 знаю 3 точно, которые не работают. Ну, значит, 3 точно, которые не работают. Да. Вопрос, как они работают без технического обслуживания? Они, ну, техническое обслуживание осуществляют сами, ну, угу. Как бы наши инженеры, принтер не такая сложная, на самом деле, ну, машина. Да, то есть, если у вас есть 3 миллиона долларов... С 5-координатным станком в сравнении... Ну, если у вас есть 3 миллиона долларов, вы можете 5-координатный станок сделать. Угу. Ну, то есть, вот... От 3 до 10 миллионов долларов вопрос сделать принтер, станок, не проблема. Проблема в другом, научить его печатать. Угу. А это требует инвестиций там, до 10 миллионов долларов каждый год, отрабатывать режимы печати. А вот просто у нас с коллегами возник такой вопрос. Есть как бы технологии, ну, технологии, да, SLM, там, ну, крупными мазками, SLM, там, DMD и так далее. Это занимаются большие компании, типа там Concept Laser, которые изначально стояли там за патентами этим, запатентировали этим. Есть другие компании, которые название процесса не ну, как бы другое, но в принципе технология одна и та же. Вот. Но в России есть как бы научно-исследовательские центры, типа там Станкино, да, Месиса, которые занимаются разработкой технологий. Но не довели как бы свои разработки до практического воплощения. Вот как разделить разработка, как вы сказали, технологических режимов производства и разработка самой технологии печати? Можно ли это разделить и вообще занимаются ли вот эти вот научно-исследовательские центры классическим там вот R&D для последующего производства принтера? Или это все-таки другое? Тут надо разделить разработку режимов печати, да, и научить принтер печатать. Угу. Это такое ненаучное. Разработка режима печати – это оптимизация процесса печати под конкретно твои изделия.
скорость сканирования, мощность лазера, глубина поплавления, размер порошка, стратегия сканирования. Тем не менее, это тоже научная работа. Это не научная работа. Это вполне себе технологический инжиниринг, угу. который ты ведешь, когда у тебя производство. Либо ты кому-то заказываешь. Ну вот есть компания, например, Material Solutions. Она угу. была создана, по-моему, лет 15 назад. Совместно одним из ученых, по-моему, Кембриджа. Кембридж в Англии. Кембридж, да. С Сименсом. Угу. И Сименс, по-моему, 2 года назад выкупил 85%, оставив ему 15%. Мы с ним пытались, вступить в взаимодействие, он говорит очень простые вещи. Я занимаюсь отработкой технологии печати лопаток. Так, понятно. То есть у меня 6 принтеров, конкретных принтеров. Угу. И у меня есть 3 материала. Под если конкретные тебе, принтеры. Если тебе надо научиться печатать лопатки, на одном из этих принтеров, там чуть-чуть разные технологии, угу. на одном из этих принтеров, ты мне платишь деньги, я тебе выдаю режим и прототипы. Режим. Я тебе выдаю технологию. Вы покупаете фактически технологию. Режим, температура, подготовка. Вы покупаете себе, берете эту технологию, покупаете такие же принтеры, ставите угу. и начинаете производить их продавать. Чтобы мне понимать, что в этот технологический режим входит? Скорость сканирования, мощность лазера, стратегия угу. сканирования, размерность частиц порошка. Так. Сколько раз наносится ракелем слой. Угу. Как правильно расположить изделие на платформе. От этого зависит стоимость. Как бы их выстроить поддержки. Понятно. Толщина стенок, размерность пятна фокусировки лазера, так, скорость угу. движения лазера. Угу. В принципе, их 7-8 параметров. Те российские центры исследований и разработок, которые заявляют о том, что они разрабатывают технологии, они имеют в виду это? Нет, они имеют в виду научить принтер печатать, чтобы он у них начал стабильно печатать. Это второе тогда направление, да? Это отдельное направление, просто то, что я вам рассказал про... Это бизнес, технологический инжиниринговый бизнес. Разработка угу. технологий печати под конкретные изделия. Каждое угу. изделие, немножко свой режим, донастраивать. И это чисто связано с бизнесом. Тебе бизнес говорит, я вам сейчас лопатку по такой-то стоимости. Понятно. С такими-то требованиями к пористости, к жесткости и так далее. Угу. Ты либо можешь сам, как у нас поступают, купить принтер, купить порошок, воспитать технологов, попробовать так печатать, так печатать, так печатать. Но через 3 года, понятно, что ничего не получилось. Но 3 года же это же деньги. Угу. А можешь заплатить, например, $500,000, и тебе через месяц дадут. И еще и помогут с выбором принтера. Угу. И все, ты купишь принтер, через полгода начинаешь производить на рынок. Это же 2 разные стратегии. А есть другая история, это разработка технологии печати. Это чуть более сложный вопрос, это надо научить принтер печатать, как любая сложная система, она должна работать стабильно. Угу. У тебя должны, чем EOS отличается от концепт лазера? Это повторяемость, 5 девяток, 4 девятки. Мы с вами, никакой инженер не поймет, как это обеспечивается. Это обеспечивается только бизнесом компании. Угу. Российские центры занимаются разработкой принтеров. И, например, про станки, это можно не выкладывать в открытый доступ. У них куплено 2 принтера, покрытых пылью. Угу. И которым невозможно заказать печать, потому что это университет. Ты же, давайте я возьму управление. Нет, нельзя, это федеральная собственность, мы тут все сядем. Можно угу. не показать, но, например, принтеры, они не умеют печатать. Томский политехнический университет разработал электронно-лучевой 3D-принтер. Да, EBM. Да, если туда привезти представителей компании Arcam, их надо будет отпаивать коньяком, чтобы у них инфаркта не было. Но зато они убедятся точно, что в России никогда не будет электронного 3D-принтера. Угу. Потому что уровень технологий, который есть в Аркаме и в ТПУ, он... Это даже не Жигули и Мерседес. Это вы делаете первую самобеглую коляску, а у людей беспилотный автомобиль. А сколько у Аркама уже поставок, чтобы понимать? Они, по-моему, за прошлый год продали 55 машин, за прошлый, по-моему, 120. Угу. Посмотрите, 120 машин. А у этих одна опытная? У этих одна опытная и не работающая нормально. Угу. Я про Томск очень хорошо знаю. Одно из направлений нашего бизнеса – это инвестиции в электронно-лучевые технологии. И там в Томске говорят, мы все разбираемся. Я говорю, потому что у них есть бизнес, а у вас нет бизнеса. Угу. А вы разбираетесь, а они нет. И это просто очень, это вопрос инвестиций, вопрос разработки, собственно, этих режимов печати, научить его печатать, чтобы он стабильно выдавал качество. Это вопросы настройки режимов лазера. Мы себе слабо представляем, как идет глубина споров обсуждения геометрии подачи, геометрии потоков подачи аргона в камеру. Угу. Они моделируют ламинарные потоки, чтобы не сдвигался порошок, ламинарность, турбулентность. Чтобы он одновременно здесь охлаждал
здесь подогревал, здесь то снимал есть, температуру, ну, с камеры. Угу. Ну вот вы представляете глубину этого. Это даже как бы не действие самого луча, это что-то вот, ну, скажем, второстепенное, ну, для нас. Для нас, но при этом это сильно влияет на качество печати. Угу. Там как бы точность подогрева платформы и как это влияет на порошок. Там кто-то говорит, у нас точность плюс 10 градусов, нас останут. А кто-то говорит, нет, плюс 10 градусов это много. Нужна точность 3-4 градуса, потому что тогда четко видны слои на напечатанных зеркалах. Но вот вы представляете, как бы уровень, то есть у них нет вопросов про машину. А следующий шаг у них, это автоматизация процесса. Это перемещение порошков, это автоматические камеры, бункеровка, разгрузка, загрузка, очистка. Это же уже под серийное производство. Ну вот говоря как раз об этих автоматизированных ячейках, да, которые совмещают там принтер с какой-то каким-то роботом-манипулятором, который... Это одна концепция. Другая концепция – это стартап голландский, который уже такой крупный стартап, компания Additive Industries, которые сделали модульную машину, и у которой всего одна проблема. Ее производительность в 5 раз выше, чем у всех остальных. Это проблема. Это проблема, потому что нет такого количества объема печати на эту машину. Она печатает, ну, металлом, SLM? Такой же SLM процесс. Они используют печатающую голову вот этого вот концепт-лазера. Они попробовали концепт-лазер Eustrumpf, им понравился концепт-лазер. Они пришли и взяли, сказали, когда продадим машину, мы вам денег вернем. А за счет чего достигается вот такая пятикратный рост производительности? У них сделана фактически модульная система, у них единая зона погрузки, дальше у них два модуля печати с одной печатной головкой. То есть вот он здесь печатает, здесь считает. Как бы, или наносит порошок. И за счет этого он просто в два раза ускоряет. Дальше у тебя внутри одновременно термообработка, разгрузка, очистка, термичка и вытаскивание. И в этом плане за счет просто единого процесса ты засунул. И в итоге постобработки никакой не требуется? Ну, классическим, там, типа обжига... Не, обжиг что? Внутри. Термичка, обжиг внутри. Но это термообжиг. Да, я имею в виду никакой... Нет, у них он внутри устроен. Уже не, то есть ты получаешь готовое изделие. Готовое изделие. При этом пока он здесь сжигает, он здесь может печатать. И просто как бы меньше людей. Понятно. Ну, немножко оптимизирован процесс печати. Там, например, двухлазерная система, которая, ну, плюс они проработали над процессом печати. Оптимизировали конструкцию камеры, оптимизировали подачу туда аргона, чтобы оно получалось более одинаковое качество. Ну и столкнулись с проблемой, что вот у них сейчас там на бета-тестировании в 3 или 4 компаниях стоят принтеры, и это компании, которые потенциально могут загрузить их таким объемом заказов. Из них половина из компаний автомобильная. То есть куда движется, ну, рынок, надо массовый рынок, потому что производительность высокая, тут на вертикальных рынках не поработаешь. Да. И при этом автомобилестроение, даже это не автомобилестроение, а подрядчики автомобилестроения по производству каких-то комплектующих. Это, ну, такие вот такие движения. Понятно. Ну, говоря о российской вот экосистеме, да, ну вот о производительных мы немножко рассказали, ну, то, что они пытаются, но пока не могут. А металлопорошки. Вы пытались российские металлопорошки использовать для импортного оборудования? Мы не или пытались. У вас. Мы не имеем права. Мы с точки зрения риска бизнеса не имеем права использовать. Нам выгоднее и проще использовать иностранные порошки, которые квалифицированы под машину, и для нас просто нет риска. А российских производителей порошков нету. Есть Полема, например. Есть Полема как производитель порошков не для аддитивных технологий. Ну, она же производит и для аддитивных технологий. Да, но вопрос очень прост. Задайте вопрос. Можно 50 килограмм порошка? Они говорят, когда? У нас минимальная партия 200. Ну, условно. Ну, типа, да. Мы как бы, или тебе говорят, да, можем. Там, через месяц, хорошо. А если еще 50 килограмм? Ну, еще через 2 месяца. То есть вот так? Да. Ну, и ты не понимаешь про их качество печати. Ну, то есть, это же надо еще понять, как устроен рынок порошков для аддитивных технологий. Это же маленький кусочек рынка вообще порошковых материалов. И реально в мире там 3-4 производителя толковых порошков для аддитивных технологий есть. Все остальные пытаются. Даже Sandvik пока на этот рынок особо не выходит. Ну, есть Китай, с другой стороны. Нету Китая. Есть Китай и Китай, а есть порошки для производства. Когда вы производите детали, вам эксперименты, как бы, если у вас не окра, вы можете китайский попробовать. Ну да, а когда вам нужно конечное изделие. А когда вам нужно конечное изделие с гарантированным качеством. Деньги, да. Как бы, и, например, вот LPV, оно поставляет порошки, поставляет систему, которая позволяет проследить использование порошка от процесса производства до конечного изделия. И это зафиксировать, и это нужно для процесса сертификации. Ну, с соблюдением параметров хранения и так далее, конечно, там температура. Да, они все это поставляют, предполагают, что ты это выдерживаешь на банках хранения. Датчики, которые покажут, что нарушен температурный режим, скрывалось, не скрывалось. Ну и когда у вас серийное производство, вам как это? Китайские порошки, ну, есть, хорошо. И корейские даже порошки. Вот машина есть. Инстек. Инстек. Но при этом машина, это, она по исполнению уровня исследовательского. То есть в рамках неокра ее можно использовать, а серийное производство нет. Просто потому, что, ну, там надежность, например, сервоприводов. Ну вот там приводы, например, там платформы.
Например, есть привод с точностью и с надежностью, который там на 10 лет работает, он стоит, условно говоря, 1500 евро. А есть, который за там 100 евро. Угу. Но у него точность чуть-чуть похуже, чуть-чуть. Но надежность... А по качеству печати инстековские принтеры? Потому что мы разговаривали там... Это не окра. Не окра. Вы разговаривали с Диполем? А я вам скажу... Нет, мы не разговаривали с Диполем. Еще не разговаривали. Они вам будут рассказывать инстек, но... Они, кстати, не единственный дистрибьютор инстека в России. Там их много, но... Да, но... Как бы, если посмотреть, куда продавались... Один, по-моему, в Патрис Луму, правильно, Дружба народов был. Тоже для неокра. Ну, конечно. Ну, потому что, ну... Есть, как бы, ну, как бы, есть машины для серийного производства, угу. для индустрии, а есть для неокра. Вот инстек пока для неокра. Даже если их там 40 продали, это все равно машина для неокра. Просто если там внутрь залезть, понимать, как она устроена, какие использованы комплектующие для него. Ну, не зря же такая стоимость машины. Угу. Поэтому как бы, я считаю, что есть там три производителя принтеров. Это EOS, Concept Laser, 3D System, уже спорно, ну, и же... SLM. Угу, угу. SLM Solutions, причем SLM Solutions, если их сейчас китайцы не купят. Если. Угу. Если. Притом там у всех этих производителей разные стратегии машин. Просто по камерам видно, камеры, машины смотрят в разные рынки. Угу. И это прям видно. Но если вернуться к вопросу про санкции, про российских производителей, ну, конечно, наказало влияние. Потому что это же все рынки, которые сейчас фактически в санкционных списках. Да. Да. И это проблема, конечно. Но будет. Это до сих пор не привело к зарождению какой-то, ну, адекватной экосистемы с производителями. Вы сказали, разработать не проблема, но до сих пор же нет. Есть там Росатом, который ценит машевские, да, принтеры, но одно дело разработать, другое дело... Ну, 3-5 лет надо отрабатывать, ну, 3-5 лет разрабатывать режим печати. Не mm-hmm. все так просто. Просто мы, я вот, условно говоря, на кончиках пальцев понимаю, какие там стоят проблемы, но как их решить, ну, то есть там тот же GE, например, там каждый год тратит там 10-15 миллионов долларов просто на разработку специального моделирующего софта по режиму печати. Mm-hmm. Чтобы предсказывать, что это будет. Но у нас же как раз софтом беда, как бы ей как. Нет, это у нас там русский поставщик этого софта. Они заказывают русским разработку софта по моделированию процесса печати. Да, но никто не знает, это OEM-разработка. Я говорю сейчас о каком-то рынке российского ПО для CAD, CAM, КАИ, как бы именно специализированного для аддитивного. Не, ну, в мире там... вообще есть только Materialize, сейчас NetFab. Materialize, ну... это некий отраслевой стандарт для рынка угу. печати. И, но это тоже постепенно уходит, там Autodesk начинает разрабатывать свой софт, там Dassault, угу. все постепенно идут в эту область. Но это уровень КАИ, правильно? То есть, ну, моделирование, это CAM, и инжиниринг. Это CAI, CAM, то есть современный инжиниринг и моделирование позволяет моделировать под аддитивку, а это уже скорее CAM-система, угу. то есть это не CAD, а именно CAM-CAI-система, то есть угу. это вот скорее уже следующего. Ну и в моем понимании вопрос, что просто мы... Как российская отрасль, она развивается очень, ну, как бы, она странно, как аддитивная система. Потому что здесь какие-то незаконченные неокры, причем они идут в полном отрыве от того, что делает индустрия. Ну, а разве там этого нет? Значительно меньше степени. Ну, как ну бы... то есть глубина взаимодействия, например, ЕОСа с институтом Фраунгофера и, например, с Сименсом угу. по решению индустриальных задач на два порядка выше, чем Российская академия наук, сухого суперджета и авиадвигателя. Но это традиционный разрыв как бы науки и производства. Он еще, ну, то есть, эта проблема идет с Советского Союза, когда были там НИИ, которые были отраслевые. Это с окончания Советского Союза. Ну, с окончания Советского Союза как раз была система более выстроена. Ну, там были, по крайней мере, НИИ, которые сейчас, ну, непонятно чем занимаются. Да, да, да. Ну, но это еще проблема, что проблема российской промышленности вообще – это вертикальная интеграция. Поскольку экономику посчитать внутри одного большого холдинга невозможно, невозможно поставить бизнес-задачи на технологии 3D-печати. Угу. И именно поэтому это зло, вертикальная интеграция. Ну, то же самое сейчас делает Росатом. Ну, про Ростех поговорили, но, наверное, Роскосмос тоже, у них там в Томске тоже есть свое подразделение, которое, ну, так или иначе занимается, ну, отраслевой интегратор, да, аддитивных. Ну, для них металлопорошки, собственно, КБХ, да, делает. Да, ну, да, есть... да, ну, это же как бы, ну, а вот не удивительно, почему в мире, например, есть там 5 разных производителей порошков для аддитивных технологий. Есть 10 разных частных независимых компаний, которые делают 3D-принтеры. Угу. И каждый год мы видим появление одного-двух новых стартапов, которые делают принтеры. Да, но лидеры же остаются теми же самыми. Они покупают эти стартапы, там, вносят изменения там, в техпроцессы. И так устроен мир современный, что Salesforce EOS таков, что ему проще купить новый стартап угу. и интегрировать в себя, чем делать новый. Но при этом HP сделали как бы, цветной полиамидный принтер, чего EOS не мог сделать 20 лет. Угу.
Ну, HP не купит. HP купит другой стартап, а появился Desktop Metal, появился Additive Industries, появился Markforged, который печатает металлом, появился стартап Metal Alloys. Это то, что, да, медленно, но постепенно будет выводить новые применения, и они идут про применения в новых отраслях. То есть Desktop Metal просто говорит, ну, про другие применения, про бытовые, про которые там EOS не может сунуться просто в силу того, что это уже большая компания. В большой компании невозможно смотреть на много разных рынков. И это нормальный процесс. Их много разных. Ну, не зря говорят про конкуренцию. Как бы, а есть там 10 разных институтов, которые разрабатывают там, как бы, режимы печати, отрабатывают новые применения. А есть Lloyd, который, ну, вот была в прошлом году новость, что Lloyd выпустил гайдлайн по сертификации напечатанных изделий для мореходства. Вы представляете, российский это регистр же, выпустил... Это же морской регистр британский. Ну, как бы, нет, просто сертификацией Lloyd пользуется весь мир. Да. Как бы, а российский регистр, что-нибудь, морской регистр выпустил что-нибудь по сертификации печатных изделий? Там же отказ, как бы, нельзя. Ну, просто рынок, он очень, когда структурируется, каждый начинает заниматься своим делом и повышает свою производительность труда в этом. Просто у нас рынок такой маленький, что если кто-то начнет чего-то структурировать, у него получится там 0,00 от чего. Наоборот, он маленький, потому что не структурирован. Ну вот если сейчас посмотреть на производство медизделий, мы, наверное, сейчас там еще с одной компанией как бы лидеры. А других вообще больше нету. Ну, Но при этом у той цены как бы выше, чем у нас, и те печатают индивидуальные изделия. А мы печатаем такие же изделия на 40% дешевле. И у нас рынок растет, и мы в том числе всем объясняем, что ну, как бы, печать – это доступная история. С понятными требованиями, с понятной ценой. Просто не надо врачам заниматься проектированием на протезы. Отдайте это инженерам. Тогда у вас будет быстрее, дешевле и надежнее. И как бы как, ну вот нас двое, уже есть там третий, все начинают сравнивать, и рыночек постепенно нарастает. Потому что все качают рынок, все его развивают, разные новые применения качают. А когда никто этого не делает, ну, вы же, например, там, рынок же не знает, что делает авиадвигатель с точки зрения применения печатных изделий в самолет. Да. Я знаю, но рассказать не могу. Ну, это внутренняя отделка, наверное, элементы интерьера. Они же не будут боевые изделия. Ну, если оснастка только для... Ну, ладно. Самые правильные детали. Горячие детали какие-то. Горячие, там, очень много сложностей по взаимодействию с ВИАМом. Как бы, это тоже лучше не показывать в открытую. Как бы, просто. Плюс я, например, считаю, что ВИАМ тормозит область аддитивной отрасли. Ну, не только вы. Все считают, что кроме ВИАМа. Я велик и могуч. Да. Не, поэтому просто потому, что рынок не структурирован, как бы у всех это внутри поиграться, купить принтер, поиграться. Мало кто, но вот я знаю там трех игроков, кто покупал принтер, и это все частники, кто покупал принтер как инвестиция, а не как инвестиция в развитие бизнеса. То есть они уже знали, для чего будут использовать его. У них была предпринимательская гипотеза, как они будут на этом зарабатывать. Это именно массовый рынок, да? Ну, хотя бы скажите из отраслей, что они для чего? Ремонтные изделия, медицина, стоматология. Это был вообще первый игрок, который сейчас активно растет. И по пластикам это всякий ширпотреб. Понятно. И это там... А все остальные, ну, как бы, университет покупал, потому что ФЦП, и принтер стоит. Ну, ты говоришь, станки, да, принтер стоит, пылью покрытый. То есть они не могут купить материалы, ну, как бы, уже и не продают. Ну, считайте, там, государство $1,5 миллиона потратило зря. Поэтому тут скорее вопрос не санкции, вопрос про рынки. То есть у нас вот нет проблем купить там материалы. Сейчас начинают, к сожалению, вводить ограничения, но это один раз надо пройти. И дальше все просто. Просто, ну, каждый шаг, безусловно, усложняется. Мы, там, это все сильно непросто становится. Но, к сожалению. О перспективах, если говорить там, на ближайшую пятилетку, как вы видите, будет ли вот эта вот, как вы говорите, вертикальная интеграция, ну, убьет, да, какую-то большую часть рынка, потому что 70% государства, либо все-таки будущее за вот такими. Как бы инжиниринговые центры, независимыми, которые на аутсорсинг выполняют свои работы и обслуживают как госсектор, так и частный рынок. Я в этом плане оптимист и считаю, что точно будет два параллельных ведущих процесса. Один – это вертикальная интеграция, внутри нее что-то будет копошиться и параллельно будет развиваться совершенно под другие рынки, которые более перспективны, в том числе с выходом на экспорт. И в какой-то момент это просто все сольется, потому что, ну, маятник нашей страны, все объединяем, все разъединяем, все объединяем, все разъединяем. Ну, он,
Ну, просто либо он умрет, либо он так и будет сохраняться. Сейчас же темпы роста российского рынка, братан, близки к нулю. Да, да. Ну, но этого же не может бесконечно сохраняться. Постепенно будет расширяться, но хотелось бы темпами более высокими. Но будущее точно за, ну, как бы за горизонтальной специализацией. Угу. Как только будут выстраиваться горизонтальные цепочки, они... Ну, и кто-то будет делать большие шаги по созданию, например, там, центров контрактной печати на роботизированных машинах, которые будут работать наполовину на Россию, наполовину на мир. Ну, в России на российских материалах, угу. там с уже с квалифицированной российской техподдержкой. И как только стоимость печати станет в 3 раза меньше, а это уже возможно. То есть я считаю, что... За счет чего? За счет других машин, другой организации бизнес-процесса. А за счет других машин это вот ваш пример роботизации, автоматизации. Да, автоматизация, роботизация, но уже всего фактически процесса. Когда у тебя машин будет 5, а на эти 5 машин тебе нужно 2 оператора. А не как сейчас, 2 оператора на машину, конструктор, технолог, директор, ну куда же без бухгалтера, юрист и продажник. Как только вы все это сокращаете, у вас совершенно другая становится цена. При этом цена за машину не изменится, просто ее утилизация станет выше. И когда кто-то выйдет на рынок, скажет, купит 10 машин там, и будет по цене в 3 раза меньше, чем все остальные печатать, рынок сразу скачкообразно увеличится. А вот вы сказали, что возможно печать на экспорт. Какие отрасли хотя бы, где мы можем быть конкурентоспособны на мировом, но где в перспективе на 5 лет? Где вы видите вот эти вот рыночные ниши, где можно, где нам позволят что-то сделать? Ну, давайте, я не понимаю, как бы не понимаю тезиса, нам позволят. То есть, если совсем не опустится железный занавес, во что я не верю, просто невозможно. Это просто сложная рыночная борьба. Всегда, но рынки, они же не один. То есть все иностранные рынки, там много игроков. Всегда с кем-то можно партнериться. Если ты по бизнесу понятный партнер и обеспечишь конкурентоспособность, ну, ты можешь делать все, что угодно. Ну, в рамках бизнеса. Ну, я думаю, что медицина раз, всякие индивидуальные и сложные серии, ну, малосерийные изделия два. Дальше все остальные, как бы ремонтные изделия точно. Как минимум, рынок Восточной Европы, где еще много советской техники. Это будет точно начало. И дальше осваивать, вступать в какие-то кооперации. То есть, если ты кооперируешься с JET в России, что тебе мешает по этой же модели кооперироваться в Европе? В принципе, ничего. А вот эти санкции не помешали вам вот вашей кооперации GE с концепт лазером? Нет, мы просто, ну, когда ты прозрачен и понятен для них, и ты можешь объяснить, что ты делаешь, как ты делаешь, то ты, мы в этом плане у нас в учредителях частные лица и фонд инфраструктурных образовательных программ в основном. Понятно. Прозрачно совершенно. Окей, да, Олег, большое спасибо за беседу, удачи вам. Пожалуйста.